Хватит радоваться синеве за 5 рублей и верить пустым словам. У тебя есть выбор. Давно пора напомнить всем, что такое качество и честность. Мы предлагаем прозрачную ленту, розыгрыши призов и инвентарь ботов с крутыми пушками на 600 тысяч рублей. JustCase.net. А ты уже окупился? Для любителей CSGO ссылки в описании. Ребят, всем привет, с вами Quantum, Hildor, Kratos и Позитифон. Друзья, сегодня CSGO с пряточками, маньяк, зомби, все дела. Всем ха, ребята! Да, ребятки, всем приветушки! Короче, Пози у нас маньяк, а мы прячемся. Я маньяк. Да. Я видел, что вы залезли куда-то наверх. Антон, вылезите меня, проведите туда, к вам. А я вас вижу. Вот он на башне сидит. Саня, Антон, все, Антон, я текаю, Антон, я текаю отсюда. Я текаю, Саня, пойдем. Через 30 секунд он выходит. Показывай, Антон. Вы замекались? Три. Два. Пацаны, вы не хотите ко мне? Я вышел. Так, он вышел. Антон, ну! А, вон, нашел! Саня, тебя увидели? Нет, это Данила нашли, походу. А как ты туда залез, йоу? Как ты это сделал? Погоди, ты с мусорки, что ли? Пацаны, прыгал? Я на контейнер залез и мост сломал. Твою мать! Как? Ой, Данил, это была плохая идея. А мы должны, как всегда, скрыться. Позитифон, брат, гнилая жопа. Идите в страку своими нычками, я в свою пойду. Мне кажется, ли этот диван здесь двигается? Да. Он пшикает. Давай его подвинем, забаррикадируем вход. Давай. Ой! Стоп, я не понял, а как вы туда залезли? Он ломает! А что ломается? Здесь тоже что-то ломается? Опс! Кажись, у вас проблема. Антон, беги, Антон! Антон! Хорошо, подольше туда. Так они убежали уже, Позитифон. Мы убежали уже, ты че? Да. Так, кажись, я что-то слышал. Что ты слышал? Кто из вас там на крыше? Саня диван перевернул, слышишь? Серьезно? И давай с тобой. Отойди. Отошел. Саня, я в ту дырку диван закинул. Серьезно? Да. Саня. А? Я в домике. Да можно? Да. Саня, приди в то место, откуда мы зашли, я дверь открою. Хорош. Мне жопа. Посмотри, я тоже хочу посмотреть. Там Позитифон стену щемит. Мы в домике надели, ребята. А как вы туда залезли? А, ну, можно залезть. То есть, смотри, ты выйди сейчас на улицу, я тебе дам подсказку. Ой, чего вы меня обманываете? Вообще не было падения звука. Ой, он там бегает, господи. Он на елку залез. Это был я. Кто из вас пробежал только что по хате? Я побежал. Мы с тобой пересеклись только что. Жесть, Позитифон. Я, короче, в помещении. А где диван? В той комнате, где был диван. Слушай, если бы я знал, вы хотя бы где приблизительно находитесь. Я бегаю по хате. Саня, маньяк зашел в хату. Маньяк в хате. Бэнг, 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 бэнг. Маньяк в хате. О, блядь! Маньяк в здании. Сука, что я такое? Так, у меня так все сжалось. Это жесть просто. Сань, ты диван нашел? Нет. А где ты, можешь подсказать, Данил? Я в смысле, ушел, дверь? Кто сейчас зашел? Я. Там Позитифон где-то. И там диван где-то. Какой диван? Там диван. Диван, короче, вентиляцию затолкал. О каком диване идет речь? Сань, помнишь то место, где мы нужна сидели? Нужна информация. Да. Вот. Там вот диван вентиляции. Да, где ты? Можешь сказать, пожалуйста, Данил? А тут ты не поместь. А, я вижу! Иди нафиг! Плохой тапок. Ой, как хорошо ты здесь! Пози, дам подсказку, тут воняет. Саня, хватит бегать тут по кругу. Воняет? Саня, все вижу. Я не знаю, куда идти! Иди где диван! Здрасте. Стой! А как туда залезть-то? А где он сейчас? Антон в бассейне, я в здании. Я на первом уровне здания, я тебе ставил подсказку в виде графики, Позитифон. Так что давай, дерзай. Давай, сейчас сориентируемся. Позитифон, ты вылез? Нет! В смысле? В смысле, ты не можешь выбраться? Сюда подошел! В смысле? Куда подойти? Я сейчас кого-то слышал. Антон, ты не можешь выбраться отсюда? Могу, но он... Кто из вас там топает, точнее прыгает? Я на этом... Антон прыгает. Иди к бассейну. Какого хрена подсказки светятся? Вы что, офигели? Пози, я справа от тебя. Пози, ты хочешь подсказку? А, все, нашел. Кар? Кар? На дереве, я понял. Кар? Да я понял, что он на дереве, но на каком? Ну как сказать, это очень рядом. Вы уроды, бля! Стоп, я не на то дерево, что я хотел! Нет! 6 секунд! 4! Я даже прятаться не буду! Одна, пози! Мы выиграли! Ребята, у вас есть ровно минута на то, чтобы скрыться. 2, 1, ребята, я выхожу на охоту. Что ты делаешь? Туда точно нельзя убежать?
Точно. Дерьмовая нычка, значит. Че у вас за нычка там, ребятушки? Я же вас найду очень быстро. А, короче, иди, Данил, туда, помнишь, где, куда я прыгал, в воду? Ни хрена вы что попроще придумайте, козлы, вы куда залезли опять? А, в тот бункер, помнишь, где туда, я прыгал? Туда, куда мы залезли, мы оттуда выбраться не можем. Дурак! Здрасте. Здравствуйте. Дурачок. Ты куда делся? Ты тут огонь горит? И мост. Пока, Данил. До свидания. Привет. Чё за фигня? Куда ты делся? Привет, куда ты делся? Дай, иди назад в ту комнату с этими штуками, столбами. Ляха-муха, тут-то телепорт, оказывается, был. Ты чё? Саня прыгает по каким-то грибочкам сосисочным. Стой, не убивай, стой, не убивай, я знаю. Ага. Так, нет, я тебя не пущу. Мою дочь, не пущу. У него 22 хп. Ой, я теперь не расскажу, Данил, где они. Две минуты. Ты их никакой подсказки не давать вообще. Я думал на сотрудничество. Слышишь его? Он уже близко. Блять, ёбнутые животные, вы чё спалились? Здравствуйте. Животные. Катас. Это поезд. Привет, ребятушки. Добрый вечер. Как дела? Минус один. Тихо, стой. Есть один вариант. Да. Сейчас ты меня не убиваешь. Иди за мной. Я тебе сейчас покажу. Да, давай. Я тебе покажу одну нычку. Хорошо, давай. Убиваешь. Давай, да. Хорошо. Смотри, иди. Запрыгивай мне на голову. Угу. Запрыгивай. Нет. Запрыгивай. Нет, мне не нравится эта игра. Увидимся в аду. Ой. Вот дурак. Победа, блин. Антон, брат, гнилая жопа, который нас должен найти. Ты меня видишь? Нет. Ребята, я нашел топовую нычку. А, вот. Я заныкался, Антон не найдет. Он меня не найдет. А можешь показать? Вот. Сань, тебя очень толстая срака, поэтому я не поместился за тебя. Ты в курсе? Вот небольшая разница. Дань. Да. Нет, не туда. Давай план, капкан. Возможно, я, короче, заныкался. Саня, давай. Я заныкался. Данил, тебя вообще не видно, конечно. Да забей. Водичка. Буду сидеть здесь, может быть, выживу. Все. Понимаешь, сдаться ты можешь только когда-то выживешь. 3, 2, 1, ты умираешь, сука! 5 минут позитифону, беги от него. Минус позитифон, все ясно. Оу, щит. Так, остались у нас только Квантум и Халдор. Да, ну, Халдор даже в нычке не сидит. Халдор вообще как бешеный носит, там прыгает. Че ты прыгаешь? Не беси меня. Где вы есть, ребят? Давайте подсказку. Я тебе не дам подсказку, потому что ты знаешь все нычки, но я не под землей. Нифига, я знаю все нычки, ого, ребят. Я бы сказал, он очень... Я не под землей. Данил на троне. Саня, блядь, иди сюда, тебе язык твой резать буду. На троне, да? Стой! Какого хрена? Нет, какого? Да ладно, вы серьезно? Ты нафиг! Убивай его. Какого хрена? Ты сейчас охренеть. Именно, как, вот можно сказать, в ненужном Антон, месте, в ненужное время. Ты не палите. На троне он, да? Красавчики, блин. А, он не попал сюда. Не попал, Данил? Нет, Антон, не попал. Эх, блядь. Харе палить, козлы, да? Долбаные, вы бесите меня. Да какая разница, уже все. Большая разница, 4 смотри. Минуты, я должен да выжить. Да нет, все, он уже нашел тебя. Уже поздно. Беги, да, лучше нет, беги. Да не лучше тут. Антон, да ты не залезть. Ты залезть не можешь, лол. Я сюда уже залазил. Ты не залезь. Так, на троне, ушлепок. Жесть. Минус минуту твоей жизни. В смысле, Антон, он на троне, ты дурак, что ли? Нет никакого трона, не бесите меня. На троне? Ладно, я не буду это говорить. Смотри. Не говорите, 2-3 минуты осталось. 3:25. Антон, ты на него раз 5 уже посмотрел. Да ну тихо. Антон, как он на тебя смотрит? 2 минуты, вот вы козлы, вы у меня просто берете и палите, понимаете? Как он на тебя смотрит? Невозможно с вами играть. Как он на тебя смотрит, как на человека? Да ну... Хороший вопрос, как хороший вопрос. 2 минуты, 2:45. Божество. Ну? Вот ну, вы знаешь, злые, запах... ребят, почему вы такие злые? Убегай! Дань, убегай! Дань, тихай! Сюда подошел! Хорошо. О, я тут здесь! Вот когда я не убегу даже от него. Понял. Ребята, 5, 4, 3, 2, 1, я иду убивать, я найду вас, твари. Как это сделать? Ребята, вам жопа, вы от меня не убежите.
Она ничего не делает, походу. О, чё ты, Данил, чё ты, чё? Уйди, иди отсюда, а! Оп, цепанул. Нет, цепанул, ладно. Вы чё, вылазьте отсюда! Не-не-не, тут, сюда. Ребята, знаете, телепорт в это место, так что лучше убегайте. Ой, блядь! Бегите, глупцы, я знаю, что есть телепорт. Вот туда вот, видишь, там телепорт. Чё там у тебя? Сюда идите, дойдите быстро. Сюда идите. Чё там, и чё? Опа, вот и жертва первая, это был Альфач, минус позитифон. Я испугался. Да ладно! Опа, стоп, туда можешь залезть? Сучка, ты хотел закрыть ворота! Тварь такая хитрая! Вот это ты залез. Да я типа лоу, а он что, реально сзади был? Да, ты дурак. Беги! Антон, привет! Привет, Антон! Ты чё там делал? На этом все. Если тебе понравилось видео и ты хочешь больше, не забудь поставить лайк. Не забудь подлизаться на канал. Всем до скорого.